Памяти заместителя командующего 58-й армии. Во Владикавказе почтили память Станислава Марзоева. Основное мероприятие прошло в 50-й Владикавказской школе, которая носит имя героя. Почтить память собрались родные, друзья, сослуживцы и общественные деятели. Станислав Марзоев погиб в 2002 году при исполнении воинского долга. Вертолет, в котором офицер возвращался из очередной командировки, был сбит боевиками в небе над Грозным. Кроме того, Станислав Марзоев участвовал в военных действиях в Афганистане, Чечне и других городах. Точках. На вечере памяти школьникам рассказали о военном пути офицера. Вообще его все уважали. Вот мы нас всех как бы тоже уважали, но и особенно уважали. Что солдаты, что прапорщики, что офицеры, что генералы. Все ему всегда вот удивляют, что он такой. И вообще он здесь с собой такой передовой, активный, порядочный, умница вообще. Он закончил школу на отлично, закончил академию на отлично, училище военное, академию на отлично закончил. И всегда он был такой активный впереди, понимаете. Он отличался от всех вот именно своей порядочностью.